Раньше эта набережная на Бутаковском заливе была излюбленным местом для прогулок. Теперь же все иначе. В воздухе резкий запах дизельного топлива, а большое маслянистое пятно изрядно портит вид. Мы решили подобраться поближе. С такого расстояния, конечно же, изменения видны невооруженным глазом. На поверхности воды отчетливо видна радужная пленка, а птицы, которые здесь раньше были в изобилии, покинули эти места. Кроме того, береговые работники рассказывают, что видели рыбы, которые плавали кверху брюхом. Сигнал о разливе нефтепродуктов в Бутаковском заливе Химкинского водохранилища поступил 25 июня в 13:30. Причиной этого стал сброс промышленных отходов в канализацию. Ливневка не справилась, потому что для этого не предназначена, поэтому отходы попали в воду. Потребуется максимально быстро производить реабилитацию и берегов, потому что уже, в принципе, без каких-либо анализов понятно, что ущерб природе нанесен колоссальный. Это же не происходит само собой. Не, бац, не летела птичка и сбросила дизель. Это какой-то человек, конкретный человек сбросил это и произвел это ужасное преступление. Ситуация действительно опасная, потому что Бутаковский залив является частью Химкинского водохранилища. Химкинское водохранилище является источником питьевого водоснабжения города Москвы. И, соответственно, если бы эти нефтепродукты попали бы в Химкинское водохранилище, создало бы угрозу безопасности и жизни граждан. Все выходные на месте аварии работали все службы. Отряд МЧС, сотрудники Химводоканала, Химводостока, Росводоресурса, Росрыболовства и Роспотребнадзора произвели откачку топлива, а чтобы локализировать очаг загрязнения, поверхность акватории обработали сорбентом. Также для этих целей установили заграждение. Вместе с коллегами из федеральных служб мы организовали установку бонограждений, которые позволили задержать пятно. Мы здесь видим то, что бонограждение справляется со своей задачей, и то, значит, пятно, которое было, оно здесь и у нас локализуются. На данный момент уже обнаружили источник загрязнения. Сейчас из этого колодца выкачали нефть и занимаются промывкой коллектора. Местные власти, в свою очередь, предприняли меры, чтобы такого больше не повторилось. Мы примем, безусловно, меры. И будут меры, это связаны с технического характера, установкой специализированных люков, которые не позволят несанкционированно их открывать. Уже главой дано распоряжение о выделении денежных средств. А вот виновник аварии пока не пойман. Информация о предполагаемом преступнике передано в Следственный комитет. Поиском вредителей экологии займутся правоохранители. Ксения Брагина, Николай Забродин. Новости Химки ТВ.